Кирова, 15:53, конец рабочей недели. Водитель иномарки врезается в надземный газопровод. Без тепла и горячей воды остаются два дома. На место ЧП незамедлительно выезжают аварийная газовая служба, ГАИ, МЧС и реанимационная бригада. Водитель, управляя автомобилем «Вольво», не справился с управлением, совершил наезд на препятствие, на газовую трубу, тем самым причинив материальный ущерб газовой службе и авто, механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники экстренных служб оцепливают место ДТП. На дороге образовывается настоящий затор. Стоят междугородние рейсовые автобусы, маршрутки, МАЗы и легковые авто. Маршрут приходится перестроить и пешеходам. Безопасность превыше всего. Не исключена вероятность взрыва. Было направлено два автомобиля аварийно-диспетчерской службы. Вот, выход газа был ликвидирован путем пережателя полиэтиленового газопровода. Диаметр 110. На данный инцидент выезжало одно подразделение пожарно-аварийно-спасательной части номер 3, которая также находится неподалеку в районе Форштадта. К счастью, взрыва не произошло, и эвакуировать граждан не пришлось из соседних домовладений. Известно, что об инциденте водитель «Вольво» в экстренные службы сообщает сам, после чего обозначает место аварии. В 19:58 газоснабжение восстанавливают, возобновляет движение и общественный транспорт. Обходится без жертв и пострадавших. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.